Привет, друзья! Эфирные масла, они применяются и в онкологии, они применяются где угодно. Это отличная вещь, микропаразиты этого не любят. То есть Насте очень тяжело пользоваться эфирными маслами. Что-то в организме ей сигнализирует, она девочка, конечно, любимая, но у нее со здоровьем тоже есть проблемы, и от эфирных масел плохо. Значит, это говорит о том, что что-то... Самое. Я пользуюсь постоянно эфирными маслами последних где-то 3-4 месяца. Вижу, как есть результат однозначно. Выходят пленки, выходят из гайморовых, фронтальных пазов. Да? Вот на весь организм был хороший кризис где-то на месяц. Так что оно все абсолютно работает. Эфирные масла – это бомба. В любом случае это бомба для тех продвинутых, которые двигаются, да, по всему вот этому вот. Кто испытывает драйв от самоисцеления, ребята, возьмите на заметку. На сегодня все.